Приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Call of Duty. Какая она там? Warfare 2. Ну или как-то так. По нашим расчетам, цель ракеты — восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. О, да, я доберусь. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Спасибо. Задействуйте любые ресурсы. Без сомнения. Уж я-то задействую. Второе солнце, день пятый. Рядовой Джеймс Рамирес. Давайте. Вытаскивайте меня отсюда. Тащите меня. Тащите. Блин. Я-то думал, миссия пройдена. А тут, оказывается, еще и враги наступают. Ну давай. Кого ты видишь? Это что за предисловие было? Астра-1, это МКС. Хьюстон просит картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Давай. Это 15 градусов к востоку от правой батареи. Вот она. Ну. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Ракета. Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Пошла. Следи за объектом. Ну зачем? Тут планета гораздо интереснее, красивее. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Ну, космос не очень прорисован, конечно, но... Подождите. Похоже, у нас проблема. На время выпуска это было классно. Да. Хьюстон, это МКС. Что вы... А вот что. Так, это в космосе взорвалось или где? Почему ударная волна в космосе так пошла? Вообще ударная волна в космосе вот такая есть? Нет, это что за ракета там такая? На. Нету. Электроника, да, отключилась после ядерного взрыва, всегда такое. Электромагнитный. Я тут столько людей убил. Где мое оружие? Ну давай. Мотоциклы какие-то. У тебя есть здесь оружие? О. Без паники, капрал. Наше оружие пока исправно, а значит, мы еще им всем покажем. Ясно? На. Сойдет? Оружие исправно. Да, оружие исправно. Как без прицела-то стрелять? Электроника-то вся выключилась. Вот механика-то, где нужна. Все кончилось. Идем. Нас ждет наша война. Что случилось-то? Пополняем. Давай. Встречайте нас. Мы к вам приехали на час.
На. Тащите сюда быстрее. Блин, я уже здесь, вы все еще там влазите. Привет. Куда ты пошел? Да подожди. А почему я не могу поменять? Вот так. Поехали. Давай сюда быстрее. Шевели батонами. Вот механический прицел. Самая лучшая вещь. Кого ты там прикрываешь? Давай. Открывай. Я по каким-то неизвестным мне причинам не могу открыть. Подожди. Спину. Что там взорвалось? Хотел гранату бросить. Тих. Блин. Вот добежал же, что мешало это? Пристрелить в голову и ему попасть. Тихо. Давай. Кто-то здесь мелькал. Ага. Спрашивается, какого ты там бегаешь? В атаку давайте. Боевые слоны. Подожди. На. Господи, ты-то куча, я думал. Тебя убили. Конечно. Открывайте. Там хаос на улице. Так. Проверим. А они здесь, а прикрывальщики. Хоп. Сюда, сюда. Давай. Сейчас. Блин, еще стоят так тихо-тихо так. Ее. А как насчет тех ребят внутри? А что с ними? Что-то я не совсем понимаю. А, все понял, где я. Что-то как-то зигзагами иду. Непонятными. Все. Многих я вам уже подстрелил.
Хорошо, я вас понял. Пусть укрывается. Надеюсь, ему там тепло. Следи за движением. Так, а что мы здесь ищем-то? Скрываем. Да я уже здесь. Давайте. Мы на месте. Хрен дождешься. Отставить разговоры. Рамирес, займись. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тот просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Давай. Да нету там никого. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Хрен с тобой, выбрались. Ох. Да, были жертвы. Виски Хоутел. День 5. Рядовой Джеймс Рамирес. Вот сейчас вроде не самая приятная миссия, да? По захвату там какого-то. Вот здесь вот что-то есть. А зачем вот сделала вот этот переулок? Для чего? Да. Это оно самое. Да тихо ты. Сколько их здесь не уничтожай, они все равно появятся. Вот снайпера вот эти вот. Вот это вот проблема для нас. Тихо. А мне туда и не надо, оказывается. Блин, мне оказывается туда-то и не надо было. Давайте. Подожди. Как я и говорил, снайперов сначала надо убрать. Вот так. Кого там еще? Нелегкая принесла. Блин. Я люблю Америку. Гады сейчас. Пулемет. Давай, валим. На. Так. Пулемет. Опаньки, пробежали сюда, уже хорошо. Давай. Блин. Надо на скорости. Кто ты? Белый орел. Ага. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Так я бы знал бы, что твой план Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального так пройти, прошли. Этого сигнала,
Зеленые ракеты остались. На. Блин. Накидал гранат, блин. На. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай. У меня патронов на вас всех хватит. Тихо. Давайте, чего вы не продвигаетесь-то нисколько? Гранату только перекидывайте друг другу. Блин, две минуты, никак пройти не могу. Спокойно. О, тут еще есть. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Уже 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану. Еще немножечко, еще чуть-чуть. Гранатами все забросали. Самим не пройти. Бегом, бегом, давай, давай, давай. Бежим, бежим. Да бегу я. Давай, 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 давай. Даже чуть вперед пройду. Только заметьте. Все. Беда миновала. И там, кстати, тоже. Успели. Скоро приедет. Когда мы туда доберемся, мы сожжем ее до основания. Да. Всему свое время, капрал. Всему свое время. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!